Сегодня будем рисовать вот таких милых щенков породы Джек Рассел Терьер. Для начала нужно определиться с размером чемодана, в котором они будут сидеть. Отступаю небольшое расстояние снизу сверху от края листа и намечаю его нижнюю часть и его крышку. Посередине добавляю на чемодан замок и ручку. Дальше нужно наметить небольшими одинаковыми кружочками, где будут располагаться щенки. Каждый кружок – это голова будущего щенка. Проверяю, чтобы их размер совпадал, и при необходимости корректирую. Дальше превратим кружок в голову. Для этого разделю его пополам по горизонтали и по вертикали. Дальше к нижней половине нужно будет пририсовать круглую мордочку. Ее высота равна половине высоты головы, но нужно будет опустить ее немного ниже. Убираю лишние линии и намечаю на мордочке рот и нос. Нос немного сужаю кверху и добавляю с двух сторон глаза, как раз на уровне середины большого кружка. Дальше отмечаю место начала ушей. И вот так плавные линии и их общий силуэт. Остается прорисовать треугольную форму каждого уха. Точно так же прорисовываю и остальных щенков. Линию симметрии можно располагать под разным углом, а мордочку двигать чуть выше или чуть ниже, в зависимости от того, насколько щенок наклонил голову. Добавляю некоторым щенкам виднеющиеся лапки. Теперь можно осветить набросок и проработать его более точно и аккуратно.
обвожу то, что получилось по контурам, и будем переходить к раскрашиванию. Оттенки для раскрашивания будут нужны такие: ярко-розовый, бледно-розовый, золотисто-оранжевый, несколько коричневых разной яркости от более светлого к темному, тусклый синий, два холодных серых и черный. Для начала добавлю всем щенкам немного бледно-розового на мордочку. И размою края блендером. Дальше, используя холодные серые, придаю щенкам объем. Дальше беру более темный серый, закрашиваю глаза и нос, специально немного выходя за контуры. А также добавляю более глубокие тени. Смягчаю резкие переходы опять более светлым оттенком.
а границу между заливкой и бумагой размываю блендером. Оставляю щенков подсохнуть. Тем временем самым светлым коричневым закрашиваю чемодан. Также заливаю светло-серым фон сзади на крышке чемодана. Щенкам прорисовываю черным глаза, нос и рот. Теперь можно добавить слой коричневого. У каждого щенка будет своя немного другая окраска и свой узор на голове. Этот щенок будет черный. Тут добавлю пока только брови и немного коричневого на щеках. Сверху прорисую черную маску. Вокруг глаз и по краю ушей оставляю светлые полоски, чтобы заливка не слилась в одно пятно. Приглушаю эти полоски более темным серым. А также смягчаю края темных пятен. Остальным щенкам утемняю шерсть на ушах и немного тонирую их разными оттенками.
добавляю более мелкие детали и местами углубляю тени. Этот щенок будет более рыжий, на его шерсть можно добавить еще слой оранжевого. В конце высветляю всем щенкам брови при помощи блендера. И смягчаю, где нужно, резкие края пятен. Дальше займемся чемоданом. Добавляю на него немного объема, тени от щенков и легкую текстуру. Утемняю задний фон. А внизу добавляю под чемоданом падающую тень. Более темным коричневым закрашиваю все декоративные элементы. А на фоне тусклым синим добавляю полоски. Усиливаю тени на чемодане и прорабатываю более тщательно его плетеную текстуру.
Сверху еще один слой с самым темным коричневым, чтобы усилить контраст. Также прорабатываю объем фурнитуры на чемодане. Для этого возьму уже черный. Смягчаю, где нужно, резкие края и дорабатываю оставшиеся мелкие детали. По поверхности всего чемодана пройду еще одним слоем светлого коричневого, чтобы немного смягчить все штрихи и смешать все оттенки. Осталось пройти по рисунку линером и добавить блики белой ручкой.
Вот и готовая работа. Ставьте лайк, если вам понравилось рисовать. Свои рисунки выкладывайте в Инстаграм и добавляйте мой хэштег, если хотите, чтобы я их увидела. Первые 15 работ попадут в одно из следующих видео.